чтобы я не подошел. Сегодня проводятся календарные соревнования. Это первенство области по гребле на байдарках каноэ среди юношей. Это соревнование, в этих соревнованиях принимают участие спортсмены 18 лет и младше. То есть 18-15 лет. Но надо сказать, что весь этот год все соревнования проходят под девизом «Олимпийский год не только для олимпийцев». И я думаю, что на этих соревнованиях мы увидим, возможно, будущих кандидатов в олимпийскую сборную в Рио-де-Жанейро, которые на Олимпийские игры, которые состоятся в 2016 году. Сегодня выступать на какой дистанции? 1200, а завтра в четверке 500 метров. Какие планы? Что надеешься получить? Я надеюсь получить серебро и в четверке золото. То есть такие амбициозные планы? Да. А есть какие-то планы на будущее, на такое более далёкое? Сначала получить мастера спорта, а потом поехать на Олимпиаду, выиграть там золото. Программа начнется с заезда в дистанцию 1000 метров, которую мы как борщик заездили, и потом мы увидим блок финальных заездов. На какой дистанции сегодня можно выступать? 200 метров двойка. Какие планы на эти соревнования? Хочется занять какое-то место? Конечно, хочется, потому что это все-таки первенство области, но соперники очень хорошие, подготовленные, и будет очень сложно. А какие планы вообще есть на будущее? Там, Олимпиада все-таки? Нет, я уже старенький для этого спорта, уже нет. А сколько лет есть институт? 17 лет, вот я сейчас в институт поступаю, поэтому уже нет шансов мне никуда попасть. В этих соревнованиях примет участие Александр Сергеев. Александр Сергеев – это лидер кружится 18-20 после дистанции. 800 метров дистанции позади, 200 метров – это старт, они проходят мимо. Александр Кугуль. Мы здесь как бы достаточно. Второе, третье место идет упорная борьба.